24 апреля в Каспийской гимназии номер 11 состоялся Всероссийский форум лидеров образования EduWave. Он собрал педагогов со всех уголков России, которые, в свою очередь, поделились опытом работы по вопросам воспитания школьников. Открыл мероприятие торжественной речью заместитель главы города Казбек Демиров. Да, у нас сегодня Всероссийский форум лидеров образования. Ну и каждый раз, принимая участие, да, в таких форумах, пребывая в школах, вспоминая себя в детстве, да, как нас воспитывали, чувство патриотизма, как воспитывали нас в целом. Поэтому хочется, чтобы и в последующем в образовании сложились такие же отношения. Началось заседание с дискуссии о системе управления современной школы, демонстрации мастер-классов и, конечно же, со знакомства с гостями. Отдельное спасибо нашим руководителям и солнечному Дагестану за такой теплый прием. Супер кухня, супер республика. Я надеюсь, что каждый из нас возьмет что-то себе такое полезное из нашего образовательного форума и обязательно использует у себя в республике, у себя в регионе, у себя в школе. На встрече также присутствовали и педагоги образовательных учреждений города, начальник управления образования Каспийска, руководители школ и многие другие, которые рассказали о важности проведения таких семинаров в регионе. Это то, что сегодня настолько важно. Обучение кадров. И вот мы смотрели программу. Нас больше всего заинтересовал мастер-класс завтрашнего дня «Берегите директора». Я думаю, что наши руководители с большим интересом примут участие именно в этом мастер-классе. Отметим, что форум будет проходить до 26 апреля и завершится программа экскурсии по Сулакскому каньону.